Выбирай счастье. Выбирай Индилайт. Единственное шоу на российском телевидении, от которого текут слюнки. Я не хочу тебя отдавать. Мы любим шоу «Кондитер». Это седьмой сезон шоу «Кондитер», в котором правит мудрый король Акзама. Индия, Мексика, Бразилия, Япония. Мы отправляемся в путешествие по сладостям разных стран. В каждом выпуске мы будем заглядывать в разные уголки нашей планеты и знакомиться с местными десертами. Это так вкусно, я не могу. Вкусно. Это будет увлекательно и очень вкусно. Ваш торт – это восьмое чудо света. У меня до сих пор мурашки. Видишь, не могу остановиться. Можно мне потом еще с собой увезти? Но только один счастливчик. Я говорю тебе да, Степан. Спасибо. Да. Получит заветное звание «Главный народный кондитер страны». И 1 000 000 рублей от телеканала «Пятница». И мы начинаем наше сладкое путешествие. Седьмой сезон лучшего кондитерского шоу страны. И мы продолжаем наше сладкое путешествие вокруг света. Любой торт мечтает, чтобы она из него выпрыгнула. Я надеюсь, она выпрыгнет и поможет нам с выбором лучшего специалиста страны. Несравненная, обаятельная, роскошная Ольга Анакондовна Вашурина. Приветствую вас. Уровень нашего проекта растет, и поэтому вместе с нами сегодня победитель проекта, король десертов, единственный человек на планете, который владеет кубком Акзамова. Павел Строганов. Бурные аплодисменты. Спасибо. Приветствую. Я очень рад. Приветствую тебя. Рад побывать на этом проекте, в вашем сладком мире. Где же мы сегодня окажемся? Ренат Лимарович, ну не томите же, куда мы сегодня отправимся? Куда мы взяли билеты? На плацкартный вагон, Ольга. Верхняя, боковая? Боковушка, сидячая. Любимая. Предлагаю нам вместе с телезрителями окунуться в атмосферу карнавалов, белоснежных пляжей и невероятных кондитерских изделий. Потому что сейчас мы отправляемся солнечную Бразилию. О, Бразилия! Тема выпуска должна быть отражена не только в декоре торта, но и в начинке. Por favor, первый участник. Здравствуйте. 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 Это Ренат Акзамов? Да. Всем здравствуйте. Меня зовут Елена Жукова. Я из города Благовещенск. Это на Дальнем Востоке. Торт мой называется «Шоу-кондитер на отдыхе в Бразилии». Вы приезжаете туда на отдых, и Ренат уже ничего не хочет. Он снимает себе фартук, берет венчик и начинает танцевать. И это феерия танца. Он хочет передать ее Ольге, но Ольга только уже на волнах лежит. Она откусила свой тортик, кусочек тортика. Ей уже ничего не охота, никаких танцев. Оля, обалдеть! Какая точная копия! Можно даже пробовать? Ну, давайте резать. Ну, разрезик... Хорош. Что внутри этого изделия? Внутри бразильская девочка. А чем она отличается от молочной? Тем, что она кофейная и шоколадная. Она такая с ноткой кофе. Там шоколадный бисквит? Да. А кофе как там добавили? Кофе добавляется не в бисквит, а добавляется там два крема сливочный и кофейный. Они чередуются? Чередуются по спиральке, да. Внешний вид торта впечатлил. Сейчас попробуем. Вкусный торт.
но для меня он обычный. И кофе я здесь не услышал. Да ты что? В моих же условиях было довести еще торт. Я, наверное, все-таки скажу нет. Нет? Извините, да. Ольга. Так, нежненький разрезик. Да. Ой, какой запах кофе. У нас уже есть комментарий, что торт обычный. Он необычный, он немножечко кашеобразный. Он отстоялся. Настоялся. Прям такое все соединилось и превратилось в одну кашеобразную массу. Есть такой минус? Мне очень-очень жаль, потому что декор в самое сердце. Вот даже, видите, тут у нас все от влаги открывается. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вам как декоратору говорю «да», но в нашем проекте сегодня я вынуждена сказать «нет». Спасибо большое. Два «да» вам сказали декору. Наверное, вы все-таки больше художник, чем кондитер. И то, и то. Ну, сейчас я посмотрю и попробую. Декор неплохой, на твердую четверку, но по начинке чуть-чуть до финала не дотягивает. Все-таки согласен с коллегами, есть ощущение кашки. К сожалению, я говорю вам нет. Спасибо за участие. Ждем вас в следующем сезоне. Спасибо большое. К сожалению, я не прошла, но я знаю, в чем минус, потому что был сильно долгий перелет, и тортик, к сожалению, этого не перенес. Но зато мне сказали «да» по декору, это уже неплохо. Мы ждем следующего участника. Какая красота! Это да. Это уже тортище. Как вовремя я оформила Тинькофф Платинум. Успейте оформить кредитную карту Тинькофф Платинум до 31 марта и получите бесплатное обслуживание навсегда. Меня Михайлова Ольга зовут, мне 37 лет, и я из города Краснознаменск. На шоу я привезла вот такой торт с фигурками, с зеленью, которую я сделала из вафельной бумаги, с очень вкусной тропической начинкой. Ольга, вы знаете, я немножко переживаю. У меня ощущение, что вы очень много времени потратили на декор и не уделили должного внимания вкусу вашего шедевра. Надеюсь, я вас удивлю. Мне нравятся большие глазки у этой девочки. Мне нравятся портреты. Очень неплохие орхидеи. Оля. Да? Посмотри, очень ровный торт. У нас таких ровных тортов уже не было давно. Это посмотри. Точно торт? Я вот прям удивился даже. О, и покрытие такое. Да, прям ювелир. Посмотрите, спасибо, как. Ну, согласись. Давайте резать. Расскажите, пожалуйста, что внутри? Шоколадный бисквит, шоколадный крем нежнейший. Он практически как мороженое. И конфи, манго, маракуйя. Вы понимаете, да, что с таким простым сочетанием удивить нас будет сложно? Я надеюсь, это произойдет. Пробуйте, пожалуйста. Дегустацию начинаем с нашего строгого и сурового члена жюри. Приятного аппетита. Спасибо. Знаете, мне нравится шоколадный крем, манго, маракуйя. Я бы его, наверное, сделал немного меньше. Только потому, что он глушит шоколад. Я скажу вам «да». Да? Спасибо. Оля, я вообще не ем сладкое, но я бы взяла в гримерочку кусочек маленький вашего тортика. Это первое. Второе. Все-таки действительно здесь много очень сладости. Если сделать начинку чуть более кислее, чуть меньше сахара туда положить, она вообще будет идеальная. Ну и пока тоже неплохо. Я говорю вам «да», естественно. Спасибо. Ольга, я скажу так. Перед нами крутой декоратор и не менее крутой кондитер. Я говорю вам «да». Ура! Это фартук ваш. Спасибо большое. Браво, умничка. Спасибо этому проекту за то, что предоставил мне возможность показать свое творчество. Ура, я в финале. Бонжиа! Новый участник. Здравствуйте! Ой, это же статуя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знакомое лицо. Да, меня зовут Владислав Молдаванов. Мне 17 лет. Я приехал к вам из Беларуси, города Могилева. Стаж у меня уже 10 лет. Приехал порадовать вас своими вкусностями. Я считаю, надо пробовать. Паш, я хочу тебя познакомить с участником проекта «Король десертов. Кубок Акзамова». Влад участвовал в серии про эклеры. К сожалению, не победил в ней, но достойно сражался. Ну, интересно, что ты нам принес. Принес вашу любимую начинку. Расскажи, пожалуйста, про свою композицию. Здесь у меня представлена статуя Иисуса. Я представил ее, как она стоит на горе. Сделал съедобный ярус, покрытый шоколадным велюром, и съедобный мох. Не оригинально. Съедобный мох в каждой серии большое количество участников почему-то приносит зеленый мох. Что за фишка? Зачем его все кладут? Объясню. Объясни. Так как статуя стоит в горах, да. И изобразить зеленые горы, потому что они там покрыты таким мхом, да. Я решил использовать этот бисквит. Давай резать. А кто лепил скульптуру? Я. Я тебя могу похвалить, знаешь, за что? За ладошки. Мне очень нравится проработка пальчиков. Мне очень нравится изгиб руки. Ямочки. Обычно многие кондитеры прорабатывают там лицо, формы тела, а на ладошки внимания особо не обращают. Я обращаю внимание вот на каждую мелочь и понимаю, что ты очень внимателен к деталям. Расскажи, что внутри? Черная смородина, черника и кардамон. Моя любимая специя. Я тебе скажу, с одной стороны, ты молодец. Я люблю и черную смородину, и кардамон. И очень интересно, насколько правильно ты подобрал пропорции кардамона для черной смородины. Сейчас посмотрим. Давай, Паш. Мне кажется, с кардамоном ты угадал. Именно в пропорции. Но что касается бисквита, хотелось бы его немножечко... Суховат? Повлажнее. Чуть-чуть. Я говорю «да» за кардамон. Да? Начинка просто бомба. Бисквит трудно проглотить. Он не пропитан, он не влажный. А кремчик, ну, жирноватенький, в целом неплохо. Я думаю, что ты сможешь доработать эту начинку. Я говорю тебе «да». Спасибо. Боже мой, Влад. Я первый раз в жизни пробую торт с кардамоном. Еще и с моей любимой черной смородиной. Шок. Влад, я понимаю, что тебе не удалось достичь победы в проекте «Король десертов. Кубок Акзамова». Но у тебя все шансы сделать это в проекте «Кондитер». Твой профиль ВКонтакте обновился. Здесь можно выразить себя в контенте, в обложке от нейросети. Обнови профиль и выражай себя ВКонтакте. Место встречи. Хочется карнавала во вкусе. Следующий участник. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Кто это мой торт. Зовут меня Хризантема. Подождите, стоп. И гвоздь от цветок этой программы. Это не псевдоним? Нет, меня на самом деле зовут Хризантема. Я этим именем не пользуюсь. Все коллеги на работе, знакомые, родственники, все называют Оксана. Хризантема, что вы нам принесли? Это рыба-меч. Торты я стала делать только для своих детей, потому что мне всегда хотелось быть супермамой, знаете. Вот, кстати, старшей дочке мне сегодня 25 лет. Как зовут? Светлана. Светлана. Бухтиярова. Светочка Бухтиярова, я поздравляю тебя с днем рождения, с твоим таким главным юбилеем. У тебя вот такая мама. Хризантема, давайте разрежем торт, посмотрим, что внутри. Экспериментировать сильно не стала, учитывая дальнюю дорогу. Да, думаю, хотя бы на твердую 4, но что-то надо привезти. Здесь шоколадный торт с черносливом. Там есть немного ганаш, пропитан он карамелью и сливочно-сырный мусс с черносливом. Сейчас попробуем. Паш, давай начнем с тебя. Классный разрез, аккуратненький. Знаете, мне нравится. Какой торт супермамы.
Я скажу да. Ольга. Ой, я вижу, как вы переживаете. Я знаю, что рыба-меч водится в Атлантическом океане, и именно он омывает берега Бразилии. Декор, как мы видим, немножечко слабоват. Не все ваши лучшие стороны мы можем по нему прочитать. Ужас. Ну, мы же понимаем, что вы везли издалека тортик. Что касается начинки, нежнейшая начиночка. А все по сахару замечательно. Хризантема, вы великолепны. Я говорю вам да. Спасибо большое. Вы сделали торт лучше, чем это делают многие профессионалы. Я говорю вам да. Увидимся в финале. Эмоции не передать. Я очень довольна. Я буду побеждать. Мы встречаем следующего яркого участника. Это хищный цветок? Здравствуйте, меня зовут Леус Екатерина, я представляю город Армавиры и город Сочи. Представляю вам мухоловку. Я люблю вот все такое хищное, необычное. Ребята, я вас прошу подойти, посмотрите вблизи. Мама, это невозможно смотреть сдалека. Ой, ее прям хочется вот так змея, потрогать. Змея. Муха. Да, анаконда собственной персоны. Тортик очень правдоподобный. Мне очень нравится маленькая деталь, муха. Немножко крупноватая. А так, это шедевр. Режем. Стой, ой. Я не могу на это смотреть. Сердце кровью об... Ай, что? Стоп! Все. Провал. Ну, я понимаю свою участь уже, все. Итак, Паш, давай начнем с тебя все-таки. А что у вас в начинке? Лучше не спрашивать. Апельсиновый курд, апельсиновый конфи, крем маскарпоне и шифоновый бисквит. Знаете, при столь гармоничном декоре, на мой взгляд, неудачная начинка. Я скажу вам нет. Ну, понятно. Неудачная? Ольга? Много апельсина. Пропитан так бисквит, что он превратился, вот он прям расщепился. Нежный крем, который тоже немножечко разошелся от этой влаги. Невнятно, невнятно. Я скажу нет. Пожалуйста. Нет? Ну, понятно. Екатерина, вы потрясающий декоратор, но с кондитерской базой вам надо еще немножечко поработать. Напоминаю, кондитер – это специалист, который должен уметь готовить еду. Торты – это еда. Она должна быть вкусной. В данный момент говорю нет. Ждем о следующем сезоне. Дорабатывайте. Я в себе не разочарована. По крайней мере, художник я отличный. А кондитеры какие-то моменты я еще буду дорабатывать. Интересный подход у всех участников к тортам на тему Бразилии. И теперь вдвойне интересно, что принесет следующий участник. Ждем тебя. Какая скорость у вас? Какая скорость? Она просто включила режим турбо. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я приехала из прекрасного города Саратов. Сегодняшний торт на тему Бразилии отражает то, что нам производят вот такие два прекрасных бразильца. Они после работы на плантации перебирают сорта кофе. Красный – это более элитный сорт, а зеленый такой попроще. Что это за лыжи снизу длинные? Это что? Ну, он просто очень высокий. А, то есть это голень размером в два раза больше, чем размер тела? Ну, может быть. А это кто? А это его сын. Как зовут? Хуан, наверное. Давайте резать. Давайте, что мы видим? Шоколадный бисквит, шоколадный крем и вишневая начинка. А, там еще есть хрустящая прослоечка немножко с орешками. А где она здесь? Не вижу. Вот а внизу? Вот. Ну, что вы делаете? Зачем вы в торт пальцем лезете? Могу ножом только. Не надо. Я хочу сказать, что этот торт вкусный. А теперь интересно, что скажут члены жюри. Какой интересный. Интересный. Знаете, мне нравится этот торт.
Он в меру сладкий. Здесь есть кислинка. Здесь есть хруст орешков. Спасибо, я говорю вам да. Спасибо. Спасибо, Ольга. Павел такой интересный. Павел очень добрый. Ну, внешний вид в тематике. Бисквит влажный, пропитанный, крем нежный, жирноватый. Здесь у нас есть вишня и хрустяшка. По мне, они немножко спорят друг с другом. Я бы сделали либо с хрустяшкой, либо с вишней. И по сахару мне его здесь очень много. Пожалуй, в сегодняшнем сильнейшем кастинге этот торт не дотягивает до финала. По моему личному мнению, я скажу нет. Крем жирный, приторный. Сладко очень. Очень много сахара. И действительно, может быть, в другой серии мы бы вам сказали бы да и хлопали в ладоши. Но в этой серии конкуренция очень жесткая. Участники невероятно крутые. К сожалению, ваша работа чуть-чуть до финала не дотягивает. Я говорю вам нет. Спасибо за участие. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, я не прошла в финал. Немного сожалею об этом. Переборщила, возможно, с сахаром. Для меня это очередной урок и интересный опыт. Следующий участник. Это же коала, да? Да. Или это ежик? Это ленивец. Это ленивец. Здравствуйте. Самое ленивое животное на планете. Меня зовут Елена. Я к вам приехала из солнечного Крыма. Очень похож он, кстати, на ежика с длинными ногтями. Как можно резать этого волшебного медвежонка? А? Он вам какой... улыбается, посмотрите. Он так улыбается. А у них в природе тоже нижняя челюсть вперед выступает? Это у них выступает немножко губа, а сама мордочка у них плоская. Давайте резать. Так, стоп. На вас смотрит вся страна. На кону ваша репутация. Секундочку. Вы уверены, что мы будем это доставать? Да. Достаем. Так. Что? Что-то пошло от, не так? Да, ой. Отпал кусочек. Можно я вот этот шоколад уберу, а вам достану? Вы хотите, чтобы это я нес членам жюри? Я вам сейчас сделаю красиво. Вы про что сейчас? Про разрез. А. Почему сразу не признаться, что я не умею готовить? Но вам не стыдно? Не стыдно, но я хочу. Шоколадный бисквит, апельсиновая начинка с кусочками апельсина и кофейный крем. Ренат, вы не смотрите так. Итак, Паш. Пробуем. У вас очень интересный внешний торт. Начинка, она ровная. Он вкусный, но он не... структурный. Здесь немножко чего-то не хватает. Я скажу нет. Спасибо. Ольга? Так, ищу живое место. Да, действительно, чего-то не хватает. Не хватает какого-то яркого вкуса. На меня смотрит обаятельный ленивец. Говорит, Олечка, скажи да, девочка. Сегодня очень сильный кастинг, и очень сложно вот этому сказать «да». Я говорю «нет», извините. Елена, у вас есть два «нет». А вы знаете, чего мне здесь не хватает? Нет, не знаю. А мне не хватает такой потрясающей, талантливой участницы в финале. Правда? Да. Вы очень круто декорируете. Вы обладатель волшебных ручек. А если еще научитесь вкусно печь, то в финале у вас есть все шансы на победу, но уже в следующем сезоне. Спасибо за участие. В этот раз я говорю вам нет. Я рада была поучаствовать. И если я учту все промахи и ошибки, то в следующем сезоне все будет четко. Следующий участник. Здравствуйте. Здравствуйте. Это муссовый тортик? Муссовый. Меня зовут Алена, я из Королева. В прошлом я бухгалтер, две главы диссертации даже писала, но потом поняла, что это очень-очень все скучно, и ушла в сладкое дело. Я тоже бухгалтер. Очень приятно. Тортик слабенький очень, по декору очень слабый. Давайте разрежем. Приятного аппетита. Спасибо. Что внутри? Манго-маракуйя.
кокос, манговый мусс и бисквит. Почему торт вот так шевелится? Он вас приветствует. Начинка ягодная, манго-маракуйя? Манго-маракуйя, да. А кусочки там же не манго, там груша. Манго, нет, манго, попробуйте. Да где манго? Я же вижу, белая внутри масса. Нет, это манго. Но манго не может быть, это груша или яблоко. Нет, это манго. Вот как может быть вот такой манго, вот скажи мне. Ну, я не знаю, надо пробовать. Паш. Смотри, как он дегустирует, как педант. Хорошая. Вкусное сочетание, только с манго, с кусочками. Вы типа компоте хотели сделать? Да. Не додержали его, но жестковатый он. Угу. Проект кондитер, такие торты собирают. А что вы с ярусами будете делать? Я собираю ярусные торты. Я вам скажу нет, спасибо. Нет? Нет. Ольга? Я вижу шоколадный декор, да? Это вы ну, сами да, сделали? Да. Ну, естественно, залили формочку, да. Паша, а мне нравятся такие хрустящие кусочки манго в таком нежном облаке из мусса. Я говорю вам да. Спасибо. Спасибо. Слабенький гель, слабенький глассаж. Согласен полностью с Пашей, то, что часть продуктов не доварена, достаточно жестко скрипят на зубах. Он неплохой, это не брак, но просто такая конкуренция жесткая, понимаю, что этот тортик не для финала. Простите, я говорю нет. Спасибо, спасибо большое за участие. Спасибо. Не скажу, что я расстроилась. Ренату и Павлу не понравилась начинка. Я считаю, что эта начинка очень вкусная, она одна из самых топовых у меня. И мои заказчики довольны. Мы продолжаем наше путешествие по Бразилии. Следующий участник. Всем привет! Привет! Меня зовут Светлана. Мне 39 лет, я живу в Московской области, поселок Володарство. Целых 17 лет я отработала в нефтяной компании. 12 лет начальником отдела кадров. Ну, пора и к сладенькому перейти. Наконец-то. Надо радовать. Наконец-то. К вашему вниманию я предоставляю торт «Самбодром». Платформа. Попугай, может быть, даже орел. Орел, 100%. И танцующие девочки. Здесь просто шикарная композиция. Мне нравится затылок у этой дамы. Да. Скажите, она в подгузниках? Это просто попка бразильская. Вы же знаете, они все накачанные. Как они там танцуют самбо. Попка самбо — это главное. Режем. Лучше я буду ласкаться с попугайчиком, чем смотреть на ваш разрез. Да ну. Там мятный кремю. А что это клубничное за... Клубничное конфи. И мертвое желе. Нет, это просто вот так нож лег. А что это за желе? Это бабочки цветные. У нас же карнавал. Да это вот этот слой, бисквит. Вот этот слой. Какие-то это бабочки. Не желе, это кремю мятное. Хорошо. Итак, Павел. Торт с бабочками. Анакондович. Да? Мята, клубника. Сочетание хорошее. Бисквит. Здесь вот один прям так хорошо пропитался. С верхом я не знаю, что у вас случилось. Он нестандартный, но я скажу вам да. Да? Спасибо. Ничего себе. Мне нравятся яркие краски. Контрастные яркие краски. Ну, кремю прям топчик, освежает. Очень мне нравится. Бисквитики хорошие. Также я с Павлом согласна, не все пропитаны должным образом. Сочетание бомба, я говорю вам да. Спасибо. Мы с Орлом наблюдаем. Светлана. Да. Я не слышу хруст победы. Захрустело. Мне нравится ваш попугайчик. Мне нравится ваш тортик. Мне нравится начинка вашего изделия. Но мне не нравится, что вы еще стоите здесь, в этой студии. Бегом в финал! Бегом! Бегом! Бегом в финал! Браво! Спасибо. Браво! Я в шоке. Просто бомба! Я иду дальше! Ренат Лимарович, я переживаю за наш финал. Уже хочется увидеть следующего участника и узнать, попадет он в него или нет. Очень хочется. Здравствуйте! Ой, как мы рады!
Здравствуйте. Меня зовут Аня, мне 26 лет. Я не так давно занимаюсь кондитеркой, именно как вот искусством. В прошлом году я поступила в колледж на повара-кондитер-технолога. Попробуйте угадать, из чего водопад сделан. А, ну водопад — это карамель, конечно. Нет. Нет. А что это? Это агар-агар. Вы сделали водопад из пластинки агара? Да. Это что-то новое. Мне проще всего было это сделать из карамели. А кто вам подсказал? Ольга. Вашурина? К сожалению, нет. А кто? Она мне помогала, то есть я с ней... В смысле? Работала. Нет, она мне помогала, когда я только начала... Делать торт. Не этот торт, а в принципе. Этот торт я делала полностью сама. Я не видел еще на проекте кондитера, чтобы кто-то делал водопад из агар-агара. Выглядит оригинально. Давайте резать. Разрезик вообще отличный. Ну, сейчас посмотрим. Ой, какой красивый разрез. Давайте вы попробуете, скажете не только как внешний вид, но и как на вкус. Я уверена, вам понравится. Что внутри? Красный бархат, но не совсем стандартный. Я сделала крем на основе кокосовых сливок. Интересно. И... Они же не взбиваются. Если знать как, то взбиваются. Они не взбиваются. Ну, попробуйте. Значит, это были не кокосовые, они были с добавлением пальмового масла. Попробуйте. Я попробую, но я сразу пойму, есть ли там добавка какая-то или нет. Хорошо. И не дай бог, вы меня обманули. А начинка ягодная — это малинка. Сейчас попробуем. Торт очень вкусный. Малина здесь с кокосовым молоком хорошо играет. Я вам скажу, да. Немножко, наверное... Чуть-чуть по суше бисквиты, если конкретно в этой начинке в следующий раз, будет вообще супер. Итак, Ольга. Вилочка провалилась. Торт нежнейший, но кокос мне здесь не понравился. Я говорю, нет, это мое личное. Ну, у всех разные вкусы. Да-да-да-да-да, мне прям... Какая яркая участница, какой яркий торт и точка. Анечка, скажу так. Просто пожелаю удачи вашим соперникам в финале, ведь им придется непросто рядом с таким монстром. Я говорю вам, да, этот фартук ваш. Увидимся в финале. Я прошла, я практически не сомневалась. Ура, я в финале! Следующий талантливый бразильский участник. Ждем тебя. Здравствуйте. Ананасик. Как мы вас ждали. Меня зовут Мадьярова Светлана, мне 36 лет, я из города Иркутска. Честно говоря, Бразилия – это родина ананаса. Mm-hmm. Он такой спелый, сочный, что листики от него уже отходят, сами понимаете. Скажите честно, ну, по внешнему виду, я скажу, это похоже на ананас. Единственное, слишком длинную сделали вот эту палку, надо было чуть покороче. Соглашусь. Теперь самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, внутри есть в начинке ананас? Нет, внутри ананаса нет. Ну почему? Но вы же ведь могли с этим внешним видом торта, могли же передать и вкус. Что вам мешало добавить туда ананас? Если там шоколадная какая-то начинка, либо красный бархат, это будет просто редкая бредятина. Окей, что внутри? Внутри крем-чиз с сметаной, чернично-малиновая начинка, все как вы любите, и шоколадный бисквит. Режем. Режется хорошо, объективно. А внешний вид этого торта с этой начинкой, как они не сочетаются? При этом шикарный разрез. Я вижу, что здесь прям рецептура отработана до мелочей. Мне нравится мелкопористость в бисквите. Мне нравится, что бисквит влажный. Мне нравится количество крема и количество ягодной начинки. Браво! На первый взгляд все круто. Осталось попробовать. Итак, Павел. Я прям предвкушал пинаколаду, когда вас увидел с ананасом. Знаете, когда просто смотришь на лимон или вот ананас, те продукты, которые сразу же такую даже оскому вызывают. И здесь вот просто это все как-то рушится. И ты говоришь? И я говорю вам да. Спасибо. Класс. Ольга. Хороший запах бисквита. Хороший запах. Вот прям сыр и творог. И все. У меня уже с этим кремом... Тошнота.
Ассоциируется, да. Тошнота. Неприязнь какая-то. Вот я везде, где рвотный рефлекс у чувствую сейчас. Творожный сыр, и прям даже не хочется его дегустировать. Все, надоело уже. Хочется чем-то его заменить. Я вынуждена сказать нет, не мой. Нет? Нет. Итак, Светлана, в этом торте есть один большой минус. Не хватает в начинке ананаса. Прям таких хороших кусманов. Свежего тайского, либо бразильского ананаса. В остальном меня все устраивает. Ананас читается. Читается снаружи, но не внутри. Мне кажется, этот фартук вам не подойдет, потому что он сольется с цветом вашего платья. Но это уже не моя проблема. Этот фартук ваш! Я говорю вам да, увидимся в финале. Я прошла, слава богу, спасибо большое за вообще за шанс. Буду побеждать в финале, ура! Итак, финал проходят. Владислав Молдаванов, Ольга Михайлова, Оксана Бухтиярова, Светлана Коровина, Анна Руньковская и Светлана Мадьярова. Передо мной 6 ярких, талантливых участников. Коллеги, поздравляю, вы в финале. Теперь участникам предстоит в точности повторить начинку и декор торта Рената Акзамова. Каждый из вас реально удивил. Но это был самый легкий этап. Вы готовили торты в своих домашних условиях. Здесь условия слегка другие. У каждого из вас есть конкуренты, которые хотят победить. Хотят стать лучшими кондитерами страны. Хотят забрать главный приз этого проекта – 1 000 000 рублей. Но напоминаю вам, коллеги, эту студию в статусе победителя покинет только один участник. И совсем скоро вся страна узнает, кто же именно. Каждому из вас удалось в своих работах передать настроение Бразилии. Но настал момент показать вам, как вижу Бразилию именно я. Итак, коллеги, внимание! Мой торт! Офигеть! Сколько там футболистов? Один футболист бьет, другой висит. И как это повторить? Как вообще впендюрить туда эти ярусы, еще статуэт наверх поставить? Добро пожаловать в наш сладкий мир! Бразильский торт Рената Акзамова – это сладкий футбольный стадион. Кондитерское творение украшено фигурками игроков, сидениями для болельщиков и отдельным тортом в виде футбольного мяча. А главный элемент изделия – фигурка, изображающая самого заказчика – Вячеслава Малафеева. Которому я пообещал, что он увидит 6 точных копий этого торта, только в меньшем размере. Он сказал: «Окей, верю», но он высказал 3 важных пожелания. Внутри должен быть популярный бразильский торт «Деспасито». Торт «Деспасито» – это популярный кофейный торт, родом из Бразилии. В коржи этого изделия входит какао или кофе, а начинка и покрытие торта выполняется из нежного шоколадного крема. В составе также должен быть именно бразильский кофе. Обязательно наличие нашего главного заказчика с портретным сходством. На доске за вашей спиной есть подсказки, 3 обязательных условия, и в конверте указаны ингредиенты, которые должны быть в этом торте. Ровно в 6 часов вечера в этой студии появится наш звездный заказчик. Не смею отнимать ваше время. Вы готовы? Да! 3, 2, 1, время пошло! Кондитеры спешат занять посуду и миксеры. Света и Оля решают начать с декора. Пока все побежали печь бисквит, я взяла мастику и начала лепить его главного героя. Также я взяла форму футбольного мяча и внутри буду делать торт. Пойду от обратного. Сначала я сделаю фигурку, потом начну печь бисквит. Я всегда люблю сделать сначала основу, а потом уже декорировать ее.
Смешиваю яичные массы и добавляю туда сухие ингредиенты. Муку, какао, разрыхлитель, чтобы был более влажный и пористый бисквит. Наливаю туда молоко со сливочным маслом. Сейчас просеиваю какао натуральный, для того, чтобы шоколадный бисквит приобрел шоколадный вкус. Сначала попробовала сделать бисквит. Что-то там бросила, побежала, начала делать крем. Смотрю, там все лепят эти фигурки из мастики. Тоже хватаю эту мастику, начинаю лепить. Понимаешь, что я вообще в этом ничего не понимаю? А еще не все участники понимают, как определить бразильский кофе. Ни разу не пробовала. Если вкусненько пахнет, значит, это бразильский. Я понюхал. Кажется, что это как раз и есть бразильские зерна кофе. Я бы ориентировалась именно на запах, да. Буду перемалывать кофе для кофейного крема. Я абсолютно уверена, что это был бразильский кофе. Вмешиваю в тесто муку и какао. Сейчас я добавляю последнюю уже часть муки и буду отправлять выпекаться. Две участницы сделали ставку на декор, но у Светы уже готов жидкий бисквит. Воздушный, пористый, влажный. А Оля не учла, что кухня проекта «Кондитер» — это всегда огонь. У меня здесь вот очень-очень жарко, неудобно работать, и это уже начинает очень сильно напрягать. Когда ты пытаешься создать форму, а форма через несколько секунд у тебя превращается в что-то такое бесформенное, это очень неудобно. Нужно сейчас ускоряться, иначе я кроме фигурки ничего не сделаю. Хочу сделать максимально шоколадные коржи и очень шоколадный крем. Ну, потому что это идеально. Шоколад с шоколадом — это топ. Я замешиваю мастику, я уже вмешал красители, вмешиваю сахарную пудру для того, чтобы мастика стала более плотной. Я постепенно добавляю краситель, чтобы не переборщить и не получить слишком темный цвет. Осталось 2 часа, и бисквиты всех участников, кроме Ольги, готовы. Он безумно вкусно пахнет шоколадом, какао. Бисквит очень хорошо пропекся, видно, что он пористый. На мой вкус огонь. Горячий, правда. Сейчас мы его поставим остывать. Нужна пропитка, и с вкусным кремом будет. Для этого я беру жирные сливки, шоколад молочный, шоколад темный. С добавлением кофе. Сейчас нужно крем охладить, и потом мы его взобьем. Кофейный ганаш я делаю очень интересно. Беру сливки жирностью 33%, добавляю сотейник. Кладу туда молотый бразильский кофе. Ставлю на плиту, довожу сливки с кофе до кипения. Заливаю все в шоколад, и консистенция просто супер. Приступаю к приготовлению крема. Взбиваю сливки с сливочным сыром и буду вводить тонкой струйкой кофейно-шоколадную основу. И тут я понимаю, что мне надо, чтобы кто-то попробовал и оценил вкус этого крема. Попробуйте. Даю Свете. Чуть-чуть бы я еще добавила шоколадную капельку. Да. Шоколада маловато. Потом я даю хризантеме. Шоколада много. Да, я бы добавила еще сыру. У всех мнения разделились. Попробую я сам. Он фантастический крем получился. Но решаю, что надо туда добавить карамель. Она пригасит вкус сливок. Крем получится более воздушный, пропитает коржи, и это будет сочно. Наконец и Ольга начинает спешно замешивать тесто. Правда, не доделав декор. Футболиста я не стала доделывать, потому что я решила дать ему время на стабилизацию. Я его убрала на полку подальше от горячих приборов. Я делаю главного героя, его спортивную фигуру. Тут она немножко объевшаяся, но все исправим. Я сейчас занимаюсь лепкой лица. Стараемся повторить точную копию. Не хватает гольфиков. И перчатки я еще не сделала. А так почти похож. Ушки приделать и готов. Кажется, с запоздалым бисквитом Ольги возникают трудности. Сверху схватился корочкой и поднялся, а внутри он не пропекается. У меня возникает непонимание того, что произошло. Свет, рассказывайте, что у вас готово? Это бисквит чей? Это бисквит у меня на мяч. На мясе? На мясе, да. А для чего орех пекан? О, хочу изюминку добавить для спортсмена. Пикантности? Это кто сделал фигурку? Это я. Ну, вообще круто. Влад, да. Ну, я вижу, что у тебя какая-то траурная картинка здесь. У меня не абсолютно не траурная, у меня готов крем, у меня готов бисквит. Можешь мне кусочек дать попробовать? Просто кусочек дай попробовать.
первой участницы гораздо вкуснее. Покажи, а вот лицо у тебя получилось? А головы нигде нет. Ну, я тут в растерянности начинаю искать это лицо. Оно у меня было изготовлено. Нет, если было изготовлено, ты бы мне показал. Во, вот это оно, да? Это лицо нет, или что? Нет, это? Нет, нет, это не лицо. Ну, а где лицо? Я начинаю бегать и нахожу на столе хризантемы. И что говорит Ренат? Это лепила хризантема. Нет, это я лепила. Ну вы чего, перестаньте. Да не брала я эту голову, зачем она мне нужна? Я сразу понял, что здесь что-то неладное. Ну это я пошутил, ладно. Кусочек дай попробовать. Ренат, ну шутка неудачная. Я ж так инфаркт заработаю. Хризантема, что у вас готово? Бисквиты готовы, фигурка. Ну еще фигурка не совсем шикарна. Ой. Расплавился футболист. Поплыл, но держится. Малевиночка, как обстановка? Я вижу, у нас футболист готов. Осталось, в принципе, совсем маленькие штрихи. Можно даже туловище не добавлять. Потрясающе. Олечка, где ваши полуфабрикаты? Можно я вас провожу? Да. Моих полуфабрикатов. Я правильно понимаю, эти бисквиты вы планируете сделать в торте? Нет, ни в коем случае. Я планирую их выбросить и... Если мне хватит времени, я приготовлю... Времени уже не хватит, час остался. Света, это чье? Это мое. Бисквит шикарный, самый лучший на данный момент среди всех участников. Спасибо. Мне так приятно это слышать от Рената Акзамова. Кедровые орехи будете добавлять? Буду добавлять. А будете их немножко поджаривать? Если их чуть-чуть пережарить, они будет начинают будет сильно горчить. Поэтому лучше готовьте их на низкой температуре. Хорошо. По результатам проверки, качество ваших полуфабрикатов на высочайшем уровне. Но среди вас есть участник, который хочет произнести прощальную речь. Да, этот участник я. Мои бисквиты поднялись, но быстро опустились. Причину я не установила, к сожалению. Каждый имеет право на ошибку, поэтому я должна проститься с вами, пожелать удачи всем. Спасибо. Эти аплодисменты Ольге. Конечно, я хотела бы и дальше участвовать, но для меня уже большое счастье попасть на этот проект, быть отобранной. Я расстроена, но не очень сильно. Это еще не все. Следом за Ольгой отправляется еще один человек. Я хочу, чтобы этот человек сам озвучил свое решение. Я так понимаю, тишина, да, у нас? Никто не хочет признаваться. Может, это про меня, может, это из-за этой головы. К моему глубокому сожалению, эту студию вслед за Ольгой покидаю я. Готовьте. Все нервы вытрепаны. Я решила пережарить кедровый орех. Действительно, при остывании он начал немного горчить, а гостя огорчать неохота. Извлекаю шоколад из формы. Надо аккуратненько. Блин, ломается. Так как она у меня немножко не вынимается, я решила сразу в ней собрать торт. Начала собирать свой тортик. Беру бисквит, пропитываю своей пропиткой, укладываю крем, но крем она сделала маловато, мне так кажется. Кедровый орех я положила поверх крема своего шоколадного. И так несколько слоев. Я очень люблю кедровый орех, и это вообще беспроигрышный вариант. Один слой шоколадного ганаша. Другой слой кофейного ганаша. Чтобы полностью ощутил наш герой сочетание. Крем пахнет просто божественно. Гладкая текстура. Все, как я задумывала. Он безумно вкусный. Я прям довольна, довольна, довольна. Занимаюсь покрытием торта аэрографом. Немного незнакомый аэрограф. Пробую окрасить. Сделай, сделай красиво. Сделай, мой зайчик. Время на приготовление тортов закончилось, и участники ждут звездного гостя. Ну что, коллеги, смотрю на вас и уже восхищаюсь, ведь вы дошли до финальной дегустации. Браво! Через несколько секунд в этой студии появится наш звездный заказчик. Я так понимаю, все готовы уже к встрече? Тогда встречайте бурными аплодисментами. Заслуженный мастер спорта, вратарь и экс-игрок сборной России. Вячеслав Малафеев, браво! Вячеслав, приветствую, приветствую. Приветствую. Рады видеть тебя в нашем сладком мире. И Олечка как я рада. Очень рада. Очень рада. Я уже сказала, что я фанатка футбольная. Серьезно? Да. Это моя прекрасная соведущая. Отлично. Мне сказали, что меня покормят, поэтому я здесь. Покормят еще очень вкусно. Вячеслав, вы бывали в Бразилии?
Нет. Сегодня у вас появится такая возможность. Не нужно иметь виз, не нужно иметь паспортов. Мы летим в Бразилию. Но прежде чем мы отправимся в это сладкое путешествие, я хочу вас познакомить с вашим тортиком. Угу. Можем пройти. Не понял. Все, что вы видите перед собой, абсолютно съедобно. Это торт. Браво. С вашей любимой начинкой Деспасито. Главный футболист этого торта, естественно, это вы. Ну, честно говоря, есть что-то. Вот мне нравится, что вот так вот мышцы сделаны, вот эти грудные, вот это видно, что... Ну почему? Очень бедро, хорошее бедро, да. Колени. Икры вот такие мощные. Мощные. Видно, да. Ну, футбольные. Футбольные, да. Я рад, что вам нравится, но уверен, то, что сейчас вы увидите впереди, понравится еще больше. Заинтриговали. Вячеслав, с огромной гордостью хочу представить вам наших ярких финалистов. 4500 заявок подали для участия в этом проекте. И только 5 самых ярких, самых достойных оказались здесь, чтобы сделать точную копию этого торта специально для вас. Браво! Я не шучу. Там реально, там реально точная копия, только в миниатюре. Одним из главных условий сверху торта нужно было сделать фигурку, чтобы она была точная копия вас. Ага. Ну тогда мы начинаем, коллеги. Итак, первый участник, который представит свою работу, Анна, открывай. Вау! Вячеслав, я так и знал. Первый торт сразу не комом. Здравствуйте. 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 Я представляю вам торт. Абсолютно точная копия торта Рената. Единственное, я от себя решила добавить, чтобы поле было больше похоже на настоящее, после дождя немножко. И дизайнерский футбольный мяч. Шикарное сиденье, можно подойти рассмотреть. Mm-hmm. Мне кажется, вот что-то здесь как-то футболист приуныл немножко, а? Он очень долго тренировался. А что у него с головой? Разминка, наверное, какая-то шейная зарядка. Да, конечно. Кажется, футболист посетил очень недорогого массажиста, который не очень хорошо массирует. Упс. Голова вас поприветствовала. А футбольный мяч? Ну, в целом, чуть больше, чем гольф, чуть меньше, чем теннисный, да? Ну, плюс-минус там. Зато внутри него крем. Я могу сказать, что это потрясающая работа. Олечка? Анечка, такая умница, презентовала нам сегодня новый вид спорта – зомби-бол. Креативно. Хочу, да, тебя поздравить. Спасибо большое. Анечка, торт поразил в самое сердце, а теперь режем. Можете снять перчатки, вам они не нужны. Кайф! Какой разрез? Бомба! Расскажи, что внутри этого шедевра? Здесь мой фирменный шоколадный корж, шоколадный ганаш и пропитка кофейно-молочная. На каком кофе? На бразильском кофе, естественно. Потрясающе. Итак, Вячеслав, начинаем с вас. По традиции мы жертвуем звездными гостями. Первыми, да? Ну да, естественно. Если остался, то... Тогда уже мы. В целом неплохо. Ага. Он сочный, ну, немножко да. Сладковатый, все-таки приторный. Ну, если честно, не так плохо, как он выглядел, конечно, до этого. Но это неплохой результат, кстати. Хочу заметить, что такой нежнятины в финале редко встретишь. Очень нежно, сочно, шоколадно. Правда, кофе потерялся. Да ты что? Полностью согласен с Вячеславом. Очень приторный торт, но при этом безумно вкусный. Вот если вы понизить сахар здесь раза так в 3, можно продавать. Как тоненько порезанные бисквиты. Как правильно распределен крем. Ну а декор? Декор — это отвал башки в прямом смысле слова. Я не считаю, что я переборщила со сладостью. Просто темный шоколад был более сладкий, чем к которому я привыкла. Следующую участницу зовут Хризантема. И это ее имя по паспорту, которое выдали только в прошлом году, когда исполнилось 16 лет. Итак, Хризантема, ваш выход. Вот это да! А там прямо мячики, там поле. Это футбольное поле, на котором стоит уже уставший немного отдыхающий футболист. Он после сложной игры немного устал,
но он держится, голова у него поднята высоко. Тортик все ярусы съедобные. Можем подойти посмотреть. А скажите, это футболист уже после игры, говорите, устал? Да, да. А выиграли они или проиграли эту игру? Просто выиграл обязательно. Поэтому он такой радостный. Да, он очень радостный. Мне кажется, что сколько, 7 мячей, да? Мне кажется, что он вот 7 мячей пропустил. Пропустил все. Нет, он наоборот их поймал. Поймал? Да, он не может пропустить. Хорошо. Ну, хризантема потрясающе, на самом деле. Удивили. Ольга, как тебе шедевр? Хризантема, ты давно лепишь вообще? Видно, что у тебя богатый опыт в лепке мужчин, статных, красивых, мускулистых. Возможно. И также лепки лица. Очень красивая фигурка, обращает на себя все внимание. Теперь хочется попробовать твой тортик. Режем. Ну, что я могу сказать? Разрезик, конечно, скучненький. Бисквитик похож на серый хлебушек. Между нижними двумя ярусами бисквита пусто. Интересно теперь, что скажет Вячеслав. Не хватает сахара. Не такой вкусный, как предыдущий. Не скажу, что сильно сухой. Но туда же. Но вот хочется уже запивать его. А вот если брать вот с верхней частью, появляется уже... такая и сочность, и небольшая сладость. Поэтому вот внутри не очень сладкий, а вот в совокупности неплохо. Хризантема, ну неплохо. Это такая слабая троечка, но она есть. Но здесь зато я чувствую запах кофе. Я вижу, ты смущена, Оль. Я вижу волнение. Мне тоже хочется запить. Кофе пахнет, но вкус кофе я не чувствую. Суховат немножечко. Суховат. Хризантема. Какая прелесть. Я чувствую вкус бразильского кофе и сухого бисквита. Боялась переборщить с пропиткой, конечно. Ясно, спасибо. Скучненький, да. Особо самой не понравился. Не подрасчитала количество крема. Итак, следующая участница, которая пришла покорить этот мир, Светлана. Ваш выход. Здравствуйте, Вячеслав. Хочу вас угостить своим тортом под названием Деспасито. Здесь такие приятные весенние зеленые краски на вашем футбольном поле. Сразу несколько мячей, которыми вы тренируетесь обычно. Позади вас более объемный мяч, как это было на эталонном варианте. Ну и, собственно говоря, ваш любимый цвет розовой формы с вашими... Так тонко еще в мою душу никто не заходил. Гламурный цвет, он всем, в принципе, идет, даже футболистам. Особенно юбка, которую вы слепили, да? Да, юбка, это же... Но потрясающая юбка. Ну, может, это шотландский стиль формы? Мне кажется, у него немножко животик какой-то упирает. Это... Он, видимо, после начало. Отпуска, скорее всего. Да, это начало, да, подготовка. Нужно, да. Ну, а сзади какая форма? Просто не хватило ткани, мне кажется. Сзади. Играем с голой попой, да? В розовой форме. Ну, хорошо, хоть мяч прикрывает это вот место. Но неплохо, неплохо, кстати. Самое главное, ровный торт. Да. Ольга. А Светлана у нас сегодня представила новый вид спорта – футбол на раздевание. Итак, Светлана, режем. Что внутри? Шифоновый шоколадный бисквит с добавлением кофе. Крем-ганаш с молочным и темным шоколадом. О. Также с добавлением бразильского кофе. Обжаренный кедровый орех. И все это под зеленым кремом чиз на сливках. Итак, Вячеслав, начинаем с вас. Сочнее, чем предыдущий. Чем не такой первый? Сладкий, как первый. Слаще, чем второй. Но все равно сахара, мне кажется, много. А орешки... Интересное сочетание. Крем интересное. А что это? Крем-чиз со сливками и сахарной пудрой. Ну, если честно, неплохо. Даже очень, я скажу, неплохо. Даже очень неплохо? Да. Ольга? Класс. Кедрошка прям дает такую пикантность, дает такой необычный вкус. То есть не просто шоколадный торт, а шоколадный торт с орешком. А поджарили, да, кедровые? Я поджарила, да, Ренат. Новую партию я пережарила, и получилось очень удачно. Но кофе. Где кофе? Где кофе? Кофе в пропитке, кофе в креме. Но если кофе слабо чувствуется, тогда это просто шоколадный торт, а не деспасито. Сейчас мне интересно, как вы пожарили орехи? Да, кедровый орех пожарен правильно, он хрустит. Крем неплохой. В общем, композиция сложилась. Но
Я не могу на данный момент сказать, что это торт однозначный фаворит. Спасибо. Спасибо. Если кофе не чувствуется внутри торта, значит, просто нужно купить чашечку кофе и запивать им. Ну а сейчас, Вячеслав, хочу вам представить нашего самого юного участника. Владислав, 11 лет, готовит из всех своих 13 лет, которые он живет. Сколько тебе лет, скажи честно? Мне 17. Вроде уже не такой маленький. Открывай коробку. Я вам представляю торт Деспасито. Здесь шоколадный бисквит, шоколадный крем на основе кофе, шоколадная пропитка, и я еще добавил орех пекан. Поджарил? Да. А кофе бразильский? Да. Давайте посмотрим. Такое ощущение, прям как будто в курятнике, который год не убирали, сняли верхнюю часть просто. Пук. Я вот присматриваюсь к вот этому шедевральному человеку. Человек. Почему он, вот вопрос, сидит вот на другом ярусе? Я посадил, потому что вы устали, вы отыграли матч, и я думаю, вам надо присесть. Владислав, но пока на данный момент твой курятник немножечко как бы не совсем деспасито. Ольга? Ну, здесь у нас футболист на каникулах. Может, его выгнали из команды или он на замене? А может, и выгнали из команды. Режем. Да ладно! Прыщатина! Ты специально сделал такую подставу снаружи, чтобы мы удивились содержимым? Да, да. Какой крем? Шоколад, сливки, сливочный сыр и кофе. Мне уже нравится это. Но да, можно пробовать, Вячеслав, можно пробовать. По вкусу фаворит. Ничего вот тебе и курятник. Себе, да. Сложно к чему-то придраться. Обалдеть. Это попадание прям в самое сердце заказчику. У меня есть замечание по бисквиту. Началось. Для меня недостаточно, он шоколадный. Да, кстати. Не хватило какао. Все разобрали, ой, и я остатку. Ой, кто маленького. Зажали. Какао? Кто и зажали? Орех божественный. Но кофе, опять же, не чувствуется. Ну, потому что они не выбрали Бразилию. Они взяли какой-то непонятный Парагвай. Крем неплохой, эластичный, мягкий. Бисквитик хороший, приятный. Пропитки достаточно. По сочетанию своему согласен полностью с Вячеславом, что это, наверное, один из четырех фаворитов, которые я на данный момент попробовал. Спасибо. Ну, торт, он недоработан. Итак, уникальная участница с невероятно огромной харизмой, со звонким голосом и безумным талантом. Светлана, ваш выход. Держит за ручку его. Да, и какие ножки стройные, и какая фигурка стройная, и какой футбольный мяч сдутый, и какой двухъярусный торт шикарный. Но Светлана, просто смотрите, мурашки побежали. Под ярким солнцем Рио-де-Жанейро родился шоколадный торт. Внутри ганаш на темном шоколаде и кофейный ганаш на темном шоколаде. Пекан, карамель, воздушный бисквит и мяч мой тоже съедобный. Браво! Я смотрю, что вот это полностью все шоколадная, да, скорлупа, да, и внутри начинка. Да. То есть начинка и там, и там. Первый ярус начинка, фальш второй и третий в скорлупе в шоколадный торт. Тоже торт. Да. У вас у единственной в мече торт. Вопрос. Да. Мне кажется, им копьем попали в пятку. Индийцы. Да. Валенки, да, Дил? В валенках же играют. Калоши, калоши. Подшорты. По какому костюм? Костюм шикарный. Сейчас посмотрю сзади, что все на месте. Все на месте. Попку, правда, не выделила, а так все нормально. Плоская, да, ну ладно. Ваш торт вызывает эмоции. Да. Хотя бы здесь футбольная тематика, в отличие от предыдущего участника. Итак, Ольга. Действительно, неподдельные эмоции. Света, ты единственная воспользовалась формой для отливки шоколадного мяча. Да. То есть это возможность такая была у каждого, да? Но ей воспользовалась только ты. Самый талантливый, самый способный участник. Да, мы тебя хвалим. Спасибо. Режем. А можете мячик отрезать? А можно снять героя? Да можете прям положить, поспать его. Ой, куда ему там щекотно? Куда вы берете рукой? За спину.
Что за кеся-меся? Итак, Вячеслав, пробуем. Вверх сладковат. А там слои ближе друг к другу. Это вот эта часть, вот да? Вот эта часть, да. Ага. А нижняя часть? Мне кажется, здесь чувствуется кофе. Кофе? Наконец-то. Бразильский. Не может быть. Может быть. Неплохо. Такая троечка с плюсом, видимо. Бисквит превратился в кашу, ну, честное слово. Он весь размяк от пропитки. И прям такой... Ну, невкусно. Но кофе, ганаш твой спас тебя, потому что никто не догадался сделать ганаш кофейный. А он обладает именно кофейным... Да, он ярким таким вкусом. Ярким вкусом. Скажу так. Один из самых ярких тортов по декору и один из самых ярких тортов этого финала по вкусу кофе. Чуть-чуть многовато сахара, а так имеет место быть. Бисквит немного мягкий. Видать, я переборщила с пропиткой, и это сыграло злую шутку со мной. Коллеги, мы попробовали все 5 работ наших достойных финалистов. И хочу вас похвалить. Мы не встретили ни одного брака. Заказчик доволен всеми работами. Это сильно усложняет задачу выбрать победителя. Итак, этот момент настал. У нас был фаворит по вкусу. У нас был отдельный фаворит по декору. Но потом, когда мы начали складывать компоненты по набору признаков, у нас появился другой фаворит, который по всем признакам оказался лучшим. Решение принято, и оно абсолютно единогласное. Итак, суперфинал! Бороться за звание главного народного кондитера России и 1 миллион рублей проходит Светлана! Браво! Светлана, есть еще одна Светлана. Светлана Мадьярова! Ты в суперфинале! Браво! Ну он прям руки ко мне протянул! Ну зачем ты ко мне руки тянешь, если это не я? Ну зачем? Браво! 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 Боже мой, я это сделала! Спасибо всем! Спасибо, кто болел за меня! Браво! Браво! Одни ножки-потушки!